Ночь проходит со слабым ветерком, но, слава богу, без дождя. Очень пасмурно. С утра, скорее всего, будет дождь, если ночью нет. Надо вот как-то аккуратней, будет намного аккуратней возвращаться. Еще тем более бессонная ночь. Рулить надо аккуратненько. Лучше медленно ехать, чем громко упасть с мотоцикла еще раз. Вот просто дорога меня подвела. Так-то все было чики-пики. Все шло по плану. Упал я чисто из-за того, что вот дорогу не подрассчитал, что она вот в этом месте именно такая. Участок такой вот тухленький попался. Пароход за пароходом, я не знаю. Как в мультике клёв. Только по телевизору я видел. Да и всё-таки экземпляры, ты видишь, что протягивается, то еще не достать сразу. Подъехали вообще. Тут совсем уж на месте встал и все. О, укачиваться начал. Лещ. Ну хороший. Лопата. Лопата. Тихо. Красотуля. Я вижу, у тебя здоровья много. Надо с тобой поиграться. О, давай, 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 иди. Наверное, сегодня у нас рекордный. Я вот тут все рекорды побью с вами. Дай бог же тебя достать. Не успокоюсь, не успокаиваться. Да, мощный, мощный, мощный лещик. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Никак. Ну никак не задается. Сейчас камера опять меня сядет. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Опа, это рекорд сегодняшний. 100%. Это уже явный за килограмм. О, тут уже все, я даже не знаю, это прет и прет сегодня Юрику. Ну вот, не перло в чем-то, а в чем-то и поперло. О, это, блин, полтораха. Полтораха тут есть. Вот это да, вот это лепесток. Офигеть. Вот это рыба. Я бы одну такую поймал. Уже бы радовался. Посмотрите, да больше полторашки-то. Тут, наверное, двушка. Давай-ка всадила. Потом разберемся. Сколько ты? Возможно, две шамисивисы дома есть. Я даже не помню. В связи просто с отличнейшим клевом. Вторую удочку я просто вымотал и все. Так же, как и забросил сегодня, поймал на нее одну плотвичку и больше не забрасывал. Сегодня мне достаточно одной удочки, чтобы сражаться с трофейной рыбой и получать удовольствие. С двумя зайцами погонишься. Сами знаете, что дальше. Опять какой-то пароход. Ну чуть чем дальше, тем страшнее. Опять не поднимается. Все, пошел. Первый сход сегодняшнего дня. Рывок хороший был, все. Но блин, тоже это был такой в районе полторушечки. День рыболов. Берите за собой, пожалуйста, мусор. Тут же наверху есть кострище. Можно просто взять. Оп, туда. Не долетело. Потом сжечь. У меня сегодня спичек нет, я бы сжег. Уже на сегодняшний день не экземпляр.
Но то, что у нас стоит, там просто стая лещей подходит и подходит, это факт. И другой рыбы просто на точке уже нету. Лещ под лещ. Они друг за другом просто лупят. И все дела. Хорошая прикормка. Очень мне, блин, нравится. Как она сработала сегодня. Стоять. Созвали в кучку леща, покормили точку. И сидим тихонечко. Выманиваем рыбку за рыбкой. Наконец-то кто-то утренний тут проснулся. Нет, я пошел. Что-то не был, был такой перерыв, когда клёва не было вообще. И вот лещички опять проснулись у меня. Лещички проснулись у меня. И оп! Тихонечко посадочник-то выныривает снова. Вот это красота! Вот это вот. Люблю я такую рыбалку. Правда, я на такой рыбалке первый раз. Но я ее люблю. О, какие лещи там у нас сегодня. Радует поклевкой. Где там? Крючки-то у тебя. Самую краешку засекся. Опа. Друзья, решил маленько развеяться, размять кости. Реально, блин, уже засиделся. Да и так вот. Ну, в одном положении долгое время. Да, фидер вымотал. Пускай пока маленько они этот подождут меня. Пускай поймут, кого они потеряли. С вкусной кашкой. А вам, друзья, я сейчас пойду. Покажу избушечку одну, заодно сам ее посмотрю. Просто интересно. Я же, наверное, понимаете, что я сюда еще вернусь. И очень хочу вернуться еще и со спиннингом. Если вы за эту идею, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях. Так что я иду на разведку избушки, а избушка вон там уже она виднеется. Такая вот она одинокая. На берегу реки, старенькая уже. Но очень красивая. Давно я около нее не бывал. Пойду посмотрю, возможно ли там переночевать, допустим, потом в дальнейшем будет. Сегодня-то я уж домой поеду. А на дальнейшее, допустим, можно сюда и зимой, и осенью добраться. Попробовать тут порыбачить. Забыл я фонарик, друзья. Но все-таки. Думаю, что такое? Как-то, что, печки нету еще ли? Печка есть. Ну, как-то интересная у нее конструкция. Я тут давно сам не знаю. Даже не помню, как она функционирует. Вот такая печка, друзья. Круглая. Видимо, когда старые бочки сделаны. Так, ну, в принципе, тут, наверное, но готовить на ней точно нельзя. И это, наверное, как нагревается и дает тепло. Тут бутылки с водой оставлены. Газ, майонез, баночки, скляночки. Всякие эти, сахарный песок. Оставляют люди. Правильно делают. Видимо, что видно, что посещаемая избушка не то, как некоторые. Вот тут даже можно перекусить, чай выпить. Так что вот. Видите, люди оставляют и на других как бы рассчитывают то, что если, допустим, ты попользовался, будь любезен, тоже что-то оставить. А так, в целом, дверь, эта избушка идет с трубом, как вы видите. Дверь хорошая, засов, смотрите,
Ни одна собака злая не залезет, только не знаю, как он работает. Кажется, он должен работать. Ладно. Не суть, а то сейчас закроюсь, не вылезти его отсюда. Лежать на рыб. В принципе, берешь с собой спальник, сюда ехать с ночевкой можно легко. Пол, не знаю, утепленная как-то. Короче говоря, крутая будочка, крутая. Можно сюда на ночь податься. Дров, видите, привозили горбыля. Берешь с собой пилу, пилишь сколько надо на ночь и ночуешь. Видно, что брёвна подгнивает местами, но ничего, она еще простоит свое. Труба какая-то, наконечник загнут. Тоже вот так и надо, я не знаю. Но горбыль, по ходу дела, не так давно привозили. Скорее всего, 100%, наверное, мне кажется, что в этом году он сырой. И вот так подкидывать, чтобы он шаял. Растоплять им печку вряд ли получится. Ну так, сушим его, кого-нибудь принёс на растопку. А дальше подкидывай. Сейчас такое время пойдет. Не зима. Ну хотя, видите, я одет июнь месяц. Я вот в таком виде зимой ходил на рыбалку. Ладно, вернемся к своим лещам. Может, они там меня заждались уже. Правда, заждался мне этот лещ. Может, конечно, не лещ, я еще не вижу. Где-то остается мне, что тут ничего другого не предвидится. Мелочевочка, конечно, изредка проскакивает какая-то, густерка такая. Но если приходит лещик, он их угоняет быстро. И это лещик. Какой-то спокойный. Как лопата. На боку идет. Опа! Я не знаю, сегодня у меня. Что за день такой? Я прям как будто во сне рыбачишь, а не наяву. Получаешь просто удовольствие от рыбалки. И все. Очередной килошный лещ в подсачнике. Начал-то такое. Ай, все, заканчивай. Мне потом садок не достать будет из воды. Я не знаю. Я просто не представлял, что можно на нашей реке столько рыбы на теребуньках. Причем уже сейчас ловишь. Это как будто так и надо. Только раз, два, раз. Да у вас как будто ты какой-то рыболов, спортсмен, профессионал. Ну, в принципе, я рыболов, спортсмен и профессионал, только не по фидеру.
Какой мощный там, ребята. Там паровоз. Бывали тракторочки, тут паровоз. Ох. Уплясывают там. Вроде, блин, они размером не особо друг от друга отличаются. Кто-то сдается быстро, кто-то вот вообще же просто, я не понимаю. Как будто не планируют. Ну, в принципе, вряд ли кто-то из них вообще планировал сдаваться. Вот видите, вроде все успокоился. Хоп. Красавчик. Очередной. Молодец, молодец. Это подъязочек небольшой. Ну, сравнительно небольшой. Просто сегодняшний день уже сравниваю. Не вообще. Само, друзья, интересно, знаете что? А, ты ездишь на рыбалке? Вот, допустим, как я, уже 30 лет. Ты мечтаешь о какой-то такой грандиозной рыбалке. И как бы вот она. И о чем сейчас мечтать? Я не представляю. Я поймал на данный момент около 15, наверное, лещей. О таком я даже не мечтал. И даже не пробовал. Тем более с нашей рекой. Обычно так вот, леща, если поймаешь, хорошо, если два, отлично, если четыре, вот по лещечка таких вот хороших, вообще замечательно. Но я говорю, что все 15 там у меня штук лещи, от 300 грамм до 1,5 килограмма, где-то такие вот экземпляры, я не знаю, как садок сейчас буду доставать. Это просто, я не знаю, это как так-то? Это вот так день начался, что я вот сильно расстроился, сильно я расстроился, когда с мотоциклом проблема была. И так хорошо заканчивается рыбалка такой вот феноменальной. Домой надо потихоньку ехать. Это что-то не к добру, это все так. Чего они сегодня творят, я ничего не понимаю. Просто не дают мне покоя. И это хорошо. Сегодня прям... у меня спичек нету, но и без костра хорошо, как бы мне вообще не до костра сегодня, друзья. Рыбина за рыбиной. Бывают перекуры такие. Бах, опять начинает клевать. Это ясь, по-моему. Не похоже на леща как-то. Ясь. Сегодня бы его не видели мы. Опа. Ну что, в принципе, ясь тоже рыба. Очень даже неплохая и бойкая.
тоже где-то около килограмма езёночек подзалетел. Ура! Ой, я не знаю, это не рыбалка, это песня, просто песня. Опять на леща не похоже. Какие-то выходки непонятные. Нет, вроде лещ. Друзья, надо завязывать, потому что не садок потом реально не достать. Да и как бы всю рыбу здесь не выловишь. Походу дела, она не кончается здесь. Хороший лещик. Видно, что боец. И ложись, на бочок. Ой. Офигеть надо. Офигеть надо, блин. Ну, не верится, что это происходит реально. Нереально. Блин, да какие крупные-то порой попадаются. Сам себе завидую. Вот туда. Ра-та-та-ра-та-ра-та-та. Чё, за килограмм опять? Вот это да. Я завязываю с рыбалкой. И не потому что время у меня поджимает куда-то там. А потому что первый раз в жизни, что реально это уже все, ты сидишь, рыбачишь, поймаешь рыбу одну, держишь, блин, какая она хорошая, да, еще одну поймаю и поеду домой, хватит уже. Снова ловишь рыбу, давай, еще раз закину, еще одну поймай, и вот это вот не кончается. Я просто вот сейчас вот поймал хорошую рыбину последнюю. Я опять сижу, вроде опарыша насаживаю, сижу, нет, все, я взял поводок, откусил. Больше рыбачить не буду, потому что это уже все. Вот это реально уже болезнь, это затягивает. Причем, ну блин, ребята, вы меня поймете правильно. Любой бы на моем месте сейчас бы просто сидел и офигевал бы. Время, не знаю даже сколько. Потому что счастливые, как я сегодня, люди, часов реально не наблюдают. Да времени немного, часа 4, наверное, утра. Я сомневаюсь, что я смогу его целиком достать. Так что приготовил пакет. Если что, буду частично. Порвется, не порвется. Блин, как его поднять наверх-то еще. Еле выкарабкался наверх. Килограмм, не знаю. Много. Много килограмм. Садку. Скоро уже придет. Тут смотрите. У меня бегать еще. Мелкие рыбы, наверное, выходили. Благополучно, ну и слава богу. Разве такое бывает по-настоящему? Я просто в шоке. Сколько их еще ушло? Два, точно. Ушло. Один под душечку, товарищ. Остальные несколько штук, килограммчик плюс грамм 700 такие дерутся. Сколько всего подлещиков, сколько всего крупных рыб, сейчас сосчитаем просто ради интереса.
подлещиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, плюс два подъязка. Ну как тоже подвязка, это тоже около кило, может чуть-чуть поменьше, но все-таки. Я просто в шоке, просто в шоке. Все, друзья, я опять упакован и готов отправляться домой. Все было круто, более чем. Буду ехать аккуратно, зайду к теще рыбу дам. Там уже дома. А еще бабке заеду, рыбу дам. Ну, боже, после того, как посплю. Потому что все равно сейчас меня вырубать начнет. Главное, чтобы не по пути. Друзья, вот я весь уставший, но полностью удовлетворенный. Уже дома нахожусь. Ничего подруги не снимал, потому что ехал весь в напряге. Думаю, лишь бы не навернуться, когда... Один раз упадешь, потом уже с мыслями едешь такими, да, обратную сторону. Приходилось ехать по плитам много времени. И как бы это очень неудобно, некомфортно ехать. Ну, короче говоря, главное, до дома добрались, все хорошо. Рыбу тещу везли. Там соседка у нее живет, ну, получается как. У тещи брат с соседкой им еще рыбу дал. Сейчас жена пошла на работу унесет там... девушкам с работы. Все останутся довольны. Ура! Так что, друзья, не зря съездили. В любом случае, уставшие глаза, все закрывается. Ложусь спать. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.